Любители окунуться в прорубь отмечают День моржа. Хотя праздник этот в первую очередь экологический. Посвящен проблеме исчезновения морских млекопитающих. Утвержден в 2008 году Всемирным фондом дикой природы. Наши соотечественники отмечают этот праздник иначе. В День моржа любители закаливания купаются в холодной воде, устраивают на водоемах массовые заплывы. Якутские моржи открывают сезон в октябре и всю зиму ежедневно закаляются. Но таких экстремалов в регионе немного. А вот самое массовое моржевание обычно случается в крещенские купания. Закаляться можно любому человеку, если он здоров. И закаливание очень полезно также для хронических больных, если человек находится вне обострения. Закаляться надо постепенно. И если человеку рекомендовано врачом лечащим закаливание, то он это должен начинать летом. Значит, потихоньку, начиная с обычной комнатной температуры воды,